Дорогие друзья, я вас всех приветствую. 24 августа. И вот сейчас я стою около своей теплицы. И вы, наверное, уже поняли, что я вам показываю. Это все помидоры. Вот пустая грядка из-под них. А почему? Потому что она пришла. Естественно, она — это фитофтора. Вот те самые пятна. Пораженные листья. Ну, в общем, экстренно сняла помидоры зелеными остаток. Положу их. Буду надеяться на дозревание. Но надо смотреть, потому что на первый взгляд плоды пока не поражены. Вот, тут есть такие уже краснеющие. Плоды пока не поражены, но возможно... Так, прошу прощения за шум. Это у нас тут делают дорогу. Сейчас я зайду в теплицу. Возможно, уже поражение пошло. Так что вот такая пустая грядочка. Сейчас буду приводить ее в порядок. Ну, что я вам еще могу показать? Могу показать еще огурцы, которые до сих пор плодоносят. Сейчас я... Кстати, посмотрите еще, сколько их много висит. Сейчас я посмотрю тоже. Кого-то, может быть, удалю, какие-то еще оставлю, потому что следующей неделе обещают теплую. Баклажанчики еще пока висят, но уже сейчас их тоже, наверное, надо будет собирать. Перцы частично я уже снимаю. Сняла некоторые, удалила, но частично оставлю вот еще дозревать. Посмотрите, какие, я не знаю, просто гигантские в этом году перцы. Жалко пока снимать, оставлю. И да, на следующей неделе будет тепло, как нам говорят. Может быть, еще они тут получат как бы солнышко такого природного. Потому что, в принципе, можно их снять, положить на дозревание, но мне прямо жалко. Вот, посмотрите, что это за гигант вообще. О. О, такой вот мощный перец. В общем, перцы, баклажаны — это вот в этом году просто моя любовь. Просто потрясающие получились. Не знаю, вообще, по-моему, никогда у меня таких не было. Вот, ну а так, кстати, огурцов еще полно, я смотрю. Ой, уже не знаю, куда их девать. Огурцы, конечно же, уже начали болеть. Ну, понятно, что осень уже... Прям вот-вот чувствуется. В общем, короче, вот так вот, друзья. Что у меня тут еще осталось в теплице? Это базилик. В принципе, его тоже можно, наверное, удалять. Петрушка. С помидорами, я сказала, сейчас буду разбираться. Огурцы. Сейчас давайте сходим. Такая вот куча. Сейчас сходим на огород, я вам покажу. Вот эта грядка у меня пойдет на следующую неделю под чеснок. Она освобождена, подготовлена, перекопана. Клубника, не знаю, клубника, земляника была обрезана и опять уже наросла. И, кстати, она подболевает у меня, поэтому я ее обработала на прошлой неделе, господи, обигопиком. Так, это перекопано, засеяно сидоратами. Соответственно, эти две уже свободные, и тут подрастают сидораты. С этой надо еще работать, но у меня тут сидит дайкон, который, кстати, очень будет хорош в этом году. Он уже вот, я его вижу, и редька, редька, которую уже можно собирать. Сейчас, друзья, о, частично и есть. Что я и сделаю. Возьму обязательно с собой завтра. Так, от цветной капусты сейчас буду избавляться, потому что у нас с ней нету никакого будущего. Брокколи еще дорастает, кочаны оставлю, наверное, на недельку. Белокочанная оставлю на недельку. И вот эти вот уличные огурцы уже буду сейчас я собирать. Так, вот сейчас я подошла тут к брокколи. Видите,
Головки-то еще есть, поэтому жалко мне ее еще снимать. Вот подрастает. Еще поэтому оставлю ее на недельку. Так, и вот видите. И вот этот куст, как я сказала, огурцы уже буду удалять. Все, урожай сняла. Сейчас штук 6, кстати, хороших огурчиков. Это сейчас буду утилизировать. Так, ну что, лук-порей. Еще сидит, ему сидеть на недельке 2-3. Я думаю, вот один и вот второй. И, значит, потом, естественно, я вот это все... Так, а вот эта грядка у меня уже подготовлена, тоже я смотрю. Мне останется перекопать вот эту часть. И эту, ну, это после уборки порея. Что я буду делать с щавелем? Этот щавель здесь растет достаточно давно, и он уже, конечно, вырождается. Буду я его, наверное, выкапывать отсюда, снимать дерн, потому что, видите, очень много травы здесь, сорняков, которые уже невозможно выполоть. То есть я буду полностью снимать здесь дерн, насыпать нормальной земли, и в следующем году я буду щавель засевать заново. Вот такой у меня план. Кстати, салатик еще подрастает. Вот. Ну, собственно говоря, вот такие вот. Вот такие вот дела. Вот так пока все выглядит. Ну, конечно, грустненько немножечко становится, да. Вот это вот все вот уже убираешь. Потихоньку. И лето пролетело опять. Ой, как один миг. Вот, так что немножко грустно. Вот, что я еще хочу показать. Ну, вот болеющие деревья. Груша моя. Ну, груша серьезная проблема, к сожалению. Вот это вот то, что происходит с корой уже несколько лет. Я думаю, что ни к чему хорошему не приведет. Приведет к гибели. Кстати, вот висит одна... А, вот она и снялась. Вот, и груши, которые я снимаю, к сожалению, внутри коричневые, уже с дерева. То есть это не падалица, это на дереве уже идут процессы. Ну, очень похоже на манилиоз, на какой-то. И яблоня, мельба внезапно в этом году вот превратилась в такое. То же самое я ее обработала обегапиком в прошлые выходные. Но, не знаю, вот когда у меня начинают так... видать деревья, к сожалению, это уже я проходила историю с алычами. Две алычи погибли, слива погибает. И я боюсь, что вот эта замечательная яблоня, мельба, которая, я не знаю, уже лет 12, наверное, к сожалению, она тоже погибнет. Вот так вот. Поэтому готовится мне, видимо, к посадке чего-то в следующем году. Так, опять у нас тут едет каток этот. Надеюсь, меня слышно, друзья. А вот зато покажу вот эту черешню, которая также увидала и почти погибла, но она отросла от ствола, причем она растет выше прививки, поэтому это явно сортовая. Вот, пока ее оставила. Надеюсь, что выживет. Вот, так что вот такой вот у меня фронт работ сегодня. То есть уборка постепенная, в огороде, в теплице. Достаточно много работы. Сейчас пройду, техника проедет, я тоже подойду к теплице. Кстати, сейчас покажу, заодно иду уличные огурчики, которые я собрала. Такие хорошенькие, все, последний урожай уличных. Ну, вот такие вот огурцы замечательные. Так что на улице тоже урожай, конечно, огурцов будет, но он будет попозже несколько. Ну, тоже меня порадовал, скажем так. Ну, игрушку сюда положим. Вот, друзья, на этой ноте такой оптимистичный, я бы сказала. Я, наверное, буду с вами прощаться. Всем я хочу пожелать хорошей погоды последние летние деньки.
ударной дачной работы и, конечно же, традиционно хорошо, хорошо отдохнуть и набраться сил перед осенью. Вот. Ну, а я, в свою очередь, также пошла работать. Ну, отдыхать я буду попозже. Да, и, кстати, друзья, я на следующей неделе опять буду в отпуске, поэтому видео, вероятно, какое-то время не будет, потому что просто я не смогу их загрузить из-за того, что интернет у меня очень плохой. Поэтому, если что, не теряйте меня. Надеюсь, что мы с вами еще увидимся. И, естественно, на даче. Так что с вами прощаюсь. Всем пока.